Опять наш влог начинается с завтрака. Мама, почему ты зарядку ходишь? А сейчас поставлю опять телефон на зарядку. Яичница с помидорами на завтрак. Где тут мой кофе с молоком? И бутербродики с сыром. Это от Григория. Это от меня. Я уже готовлю обед. Здесь у меня второй бульон индейки. Вот здесь такие косточки, всякое разное, мяско, хребетик. Начистила уже картошки, морковки, лука. И учим тут с Григорием английский. Папоротник. Фен. И с муравьишками с нашими. Все. Теперь проверяй. Да-да-да, мой суп готов. Это рисовый суп на бульоне из индейки. Морковка, картошка, лук. Что еще? Болгарский перчик, чеснок, рис, зелень петрушки и кинзы. Представляете, как тут вкусно пахнет. Вот в суп с кинзой едят, знаете, очень даже неплохо. Вот рисовый и гороховый, мне кажется, кинза очень к ним подходит. Вот, поэтому сегодня добавили кинзу. Все, теперь сейчас здесь все поженится, и будем скоро обедать. Наш обед, это папа остался, мы уже все покушали, мама покушала, я, Григорий, папа и Сержуня остались. Суп, яйцо, мама тут так все сложила, папе чай, зелень, мы до сих пор никак куличи доесть не можем, овощи. Здесь всякие соусы на выбор, горчица, сметана и сос по-грузински, еще здесь бутербродики, хлебушек, индейка и много-много зелени, здесь шпинат и кинза. И яйца кто хочет. Ти-ти-тин, ти-ти-тин, пошли, я тебя проведу. Провожу, вернее. А, давай, я же думала, что уже я все посчитал. Вяжем петрушку. Уже на стрелку, конечно, начинает идти. У меня сейчас перекус. Продолжаем доедать авокадо. Очень, кстати, вкусно. Я его вилкой размяла. Авокадо, соль и перец. И буду делать бутерброды. Ну, уже сделала себе бутербродики с черным хлебом и с помидорчиком. Эти бутербродики с авокадо были даже вкуснее, чем просто вчера авокадо с яйцом. Вот правда, прям черный хлеб, авокадо с солью и с перцем. Вилкой я его помяла, и помидорчик вообще просто супер. Не знаю, никакой он не противный, очень вкусный, мне понравилось. Я сейчас еду за Григорием, сразу заберу всех мальчиков, потому что у нас сегодня вечер дома. Невыездной день, и мы всегда радуемся, если честно. Нет, мы тоже любим выезжать, карате и все дела, но когда мы дома, это тоже здорово. Все, я выхожу на улицу. У нас все, жара, 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 прям настоящая. Завтра еще жарче обещают, поэтому, в общем, лето! Так, я перестирала все куртки. Ну, не все, еще часть, еще одна закладка будет. И все, убираю их все в шкаф и очищаю шкаф наш в коридоре. Так, вот оно, наше место встречи с Григорием. Он сегодня 5 по-английскому получил, уже отчитался. Доволен, что сам все учил не зря. У нас прям жара, даже не нужно одеваться вообще. Ну, то есть вот так вот он ходит. Че оно все черное? А мне сегодня Дань что сделали. А что это? Лина. Что, у нее ручка опять потекла, и она как-то специально вот так раз и мазнула меня. И из-за этого... Ужас, сына, ужас. Все дома, детки дома. Да, да, да! Че ты крестись? Вообще-то уже вечер. Вообще-то да. Да, мама, дома ли? Да? А кто мне устраивал скандал в садике? Не хотел? Когда? Когда я вас забирала? Нет, когда? Я не помню. 10 минут назад. Нет, вообще-то 1 минуту назад. И что это было? Рафуля, не кричи! Да, папа!
Так вот. У вас все нормально? Да, а что ты в белой майке? Я тебе что говорю? Мама, это по-китайски? Риш, иди там, разденься и, пожалуйста, руку возьми мама, и вымой. Это по-китайски? Это да. Нет, это по-английски. А вот это вот эти иероглифы, да, по-китайски или по-японски. Так, не надо, это стеклянное. А мне сейчас по плану уборка на кухне. Взяла швабру, полотенце сухое. И сейчас буду обметать паутину, потому что что-то у нас паучков тут накопилось. И вытираю пыль. Пол мыть буду, наверное, не сегодня. Хотя посмотрим, может быть, и сегодня. В общем, смотрю все по настроению. Включу радио, буду с музыкой сейчас убирать на кухне. Как она называется? Она рулетка. Конфетка. Да. Кто там разговаривает? И кота. Да, Гриша и Антона. Да. И там травку. Травку доревают, да? Да, как были там чисто. Чисто, да. Али какая. Угу. Да, это делал? Не знаю, это дедушка, наверное, откусил. Или ты? Как нет? Ты нет? Я тут начистила чесночок, сейчас буду утку мариновать. С майонезом, чесноком, соль и перец. Я замариновала утку, думала вообще-то, что она будет на день рождения, постоит, промаринуется, но сейчас посмотрела, так как я ее, естественно, с морозилки доставала, что она такая худенькая. Поэтому оставим ее на завтра. Все, я все намазала. Сейчас заверну в фольгу и в холодильнике, а завтра пожарим. Крылышки. Женя замаринует мяско сейчас. Оно точно мне на день рождения, не на завтра, на обед. Лук огромный. Ну что, я уже спать. 10:20, сегодня даже раненько иду. Сейчас пойду обмоюсь. Голову, наверное, завтра утром помою. Потому что, когда ложишься спать, то макушка, конечно, падает быстро. Вот, завтра, не знаю даже, что буду делать, какие там планы. Вообще не знаю, ну, что-нибудь придумаем. Но вязать завтра будем, завтра пятница, завтра у нас карате, 1 мая, я уже, по-моему, говорила, да, идем на парад. В общем, все уже ждем выходных. Суббота в эти выходные, на этой неделе суббота рабочая, неделя длинная, вот, но мы в субботу не отмечаем день рождения, будем в воскресенье ждать гостей. По поводу дня рождения хотела еще поговорить о своих размышлениях, о том, что сейчас многие не отмечают вообще дни рождения, говоря о том, что нет денег, либо люди заняты на работе, но, блин, мы настолько редко встречаемся друг с другом, потому что сейчас экстремальный, мне кажется, какой-то ритм жизни в городе особенно, просто в станице как бы с этим немножечко полегче, вот, и получается, что мы вообще друг с другом не видимся, только WhatsApp и звонки, а вот такого личного общения очень мало, поэтому мы решили, что хотя бы в дни рождения мы будем приглашать гостей, ждать, готовиться и общаться вот прям в натуре, что называется. Поэтому как-то так. Поэтому мы отмечаем дни рождения, несмотря на то, что это по деньгам, да, это, естественно, затраты, но общение и потом воспоминания, эмоции – это ничего, никакой WhatsApp, никакие звонки этого не заменят, поэтому в воскресенье мы ждем гостей, а в субботу поедем куда-нибудь вечером с семьей. Ну, я надеюсь, я скрестила пальчики, чтобы все получилось. Еще не знаю куда, но куда-нибудь придумаем.